Genshin Impact 50 эпизод. Что? Достижения какие у меня? Ну, достижения вот такие. Считайте, добиваю пустыню. Осталось немного. Ну, там, пара обелисков, там, пало всяких мелочей. Я не знаю насчет всяких квестов, да, типа, все ли я закрыл, или еще даже не близко. Но несколько больших кампаний я пройти успел. Во-первых, в продолжение с учеными, где я просто добивал табличку до... четырех власти. Вот, вроде это полная таблица, вряд ли что-то еще есть. По крайней мере, даже места уже нету на ней. Да. Нилу мы не видели, Дори мы не видели, но если встретиться сегодня, в принципе, можно за 2 часа, если встретиться, было бы неплохо. Сундук на вершине пирамиды, скорее всего, да. Где этот? Ты имеешь на самой-самой этой? Я много всяких тайных сундуков, да, открывал. Насчет, кстати, прямогемных достижений, 15 круток и 22 тысячи, ну там 140 круток еще считаете, по-моему, да? Ну, 140, да. Плюс еще тут немножко. Еще, кстати, здесь у меня девяточка, можно будет скрутануть сейчас. Давайте про квесты еще пару слов скажу. Вернусь к ученым сначала. Ну, он был такой, чисто для добивания контента. То есть, не самый именно сюжетно интересный. Просто побегал, просто потыкался. Ну, и все на этом. А второй квест, который... Ну, как второй, параллельный, идущий с... Господи. Нет, помни же. Короче, это с дочерью. Тьфу, забыл, как ее. А, все правильно, Джек. Я понимаю, такое ощущение, что я почему-то неправильно ее говорил. Нет, значит, правильно. А, вот, да, квест Джек. Когда уже отец помер, да, не первый ее квест. Он был 50 на 50. А вот второй квест, когда вот я... Джина Лилипил получил. Так, кто на меня напал? Ты чё? Да иди сюда, птица проклятая. Да. Так вот. Вот с ней квест был полноценный, который с ней, когда мы ходили сюда, в центр, в этот, к госпоже этой цветов, или как она там называется. Вот он был хороший. Там и персонажи нормально общались, учитывая, опять же, что у нас, по сути, 2 новых персонажа, да, Джин и Джек были. И их, типа, общение, и мое там плюс-минус какое-то участие, хоть там, ну, как обычно, пойман в основном. Вот этот квест мне понравился довольно сильно. Там, кстати, на стульях посидеть для сундука надо. Разве, по-моему, просто их активировать надо. БТВ панихида с Джек подразумевают, что основная сюжетка Сумера пройдена. Ну, не знаю. Кайте,
Как я говорю, для пусты... О, что это такое? Проблема именно пустыни в основном, ну, именно вот сюжета... Популярность растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать. По типу, ну, типа, всякие короли, там, восстание, вот это все. По сути, пустой звук. То есть, я вообще не имею представления, кто это, что это, зачем это. Почему мне не пофиг должно быть на это? Кстати, когда играет боевая музыка, вы меня слышите нормально или как? Я сам себя плохо слышу. Норм, окей, тогда можно разговаривать. Думаю, хватит на месяц Хигураши. Ага. И плюсом еще наших лолик-айдолов. С переводом. Думаю, да, я пока... до среды сделаю перевод, если его не сделают до меня. Все же давно не занимался этим. Я думаю, лучше подождать, пока... Спасибо, Жек, за сердечком. Проект, который не имеет активного перевода, пока лучше, наверное, не трогать. Неделю хотя бы подождать, на мой взгляд. Я пока, наверное, просто это запишу в Хигураши, а там уже посмотрим. Так, ладно. Чего вы лезете-то, господи, дурацкие животные. Так вот, блин, я сбился, о чем я говорил? А, про лор пустынный, вот. То есть, при том, есть части более-менее, которые связаны хотя бы сами с собой, да, вот, опять же, то, что Джин рассказывает. А есть вещи как-то совсем уж там отдельные, как какие-то там записки, которые вообще ни к чему буквально. И информация проходит просто мимо меня. Насчет, все ли я выполнил, не уверен. Опять же, я прошел панихиду, сделал Бен-Бена, и на этом пока с Джехт все. Потом у меня был соколиный квест, где я его буквально сегодня прошел. Совершенно неожиданно пришлось убить какую-то деваху, ну, как какую-то, с которой мы пробегали первый квест. И второй мужик, ее отец, типа, убежал куда-то, и квест на этом закончился. Не знаю, будет ли что-то еще с этим. Также я собрал шахматные фигурки вот здесь вот. Попрощался, ну как попрощался, то есть с Люпель, она как бы вроде болтает здесь, но вроде как бы и не совсем. Я так понимаю, она пока все тоже. Значит, не до конца, окей, ясно. Ну, опять же, скорее всего, с Бибель же разобраться надо будет, так или иначе. Вот, кстати, этого ее братца назывного было, ну, довольно... Не то, что прям очень жалко, но жалко. То есть, пока вот мы там вместе что-то бегали, пока там в карты играли. И, в принципе, как-то впечатление о нем было побольше, чем об отце даже. Вот. Хоть он как бы там и предатель, все такое, но о нем хотя бы впечатление какое-то было. Как тебе, Бибель? А, ну, и само собой, ей не доверяю, господи. Чё тут, блин, с первых кадров, как говорится, не доверяешь?
К тому же там всякие записки странные были с ней. Ну там такая была, да, помню, я даже реакцию Пайман скидывал. Я уж контекста, если честно, не помню, не настолько значимое для меня событие, хоть и забавное. Возвращался к месту, где батя Джек умер. А ты имеешь в виду на бис? Да, на бис я делал. О. А нет, это штуковина. А насчет самой пустыни, ну, конечно, во-первых, сначала проблема с властью, опять же, я даже не уверен, что я все двери открыл, потому что я же не помню, блин, все двери, которые были заперты, и я хоть и пробежал по многим локациям, ну, банально, собирая всякие дендракулы и эти, как они там называются, таблички. Я еще не все прям собрал, ну 90 где-то там 5%, наверное, собрано у меня всякого. Может быть, даже 97. Там буквально несколько дендракул, несколько табличек осталось. Есть еще таблички джинов, их там штук 7. И есть еще один механизм. Вот этот вот, сейчас. Их 4 пока. Вот, где-то 5 должен быть. Потом заняться надо будет тоже. Так вот, пустыня в целом. Можно было сделать, конечно, не настолько прям вот так вот, чтобы и вот так забраться, и чтобы подземки были с миллионом разветвлений. Из-за этого постоянное ощущение, что ты что-то пропустил. Ваша популярность растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Опять же, вот здесь написано 100%, но не верьте, я банально знаю, что тут не 100%. Вот, поэтому... Да. Правда, я имею в виду даже не в смысле там какой-то сундук обычный где-то лежит, да, по компасу искать. А имею в виду, что я вот здесь, например, здесь есть обелиск, который требует вот там... Как их там называют? Вот эти специфичные таблички вот тут здесь вот где-то он. А пишут, что 100%. Вот, короче, да. Можно было делать не настолько упорото с подземкой. Вот, сами храмы, именно храмы, да, в храмах все, в принципе, окей. Там плюс-минус разбираешься. Загадок, конечно, типов загадок просто миллион. Мне кажется, можно было поменьше, просто почаще использовать определенные. Но большая часть норм, кроме одной, это, конечно, то, что касается невидимых стенок. Невидимые стенки, это, конечно, да, еще туфта. Возни с ними куча, а толку никакого. Ну, типа, интереса, я имею в виду. Просто бесконечные эти... Очень мут... О, еще штуковина. У меня тут буквально, если что, у меня вот этот кусок остался незащищенный вот на подобные мелочи. Все. Я вот до стрима просто бегал, зачищал и не все успел, конечно же. Я сейчас не буду этим заниматься, конечно. Просто пока... Объясню... Рассказываю, чем я занимался, да, чтобы время не терять заодно. Да. Да, давайте покрутимся. Там штука точно выпадет. Есть шанс, что две выпадет, в принципе. Потому что, насколько я помню, где-то 7 круток я открутил впустую. 5. А, нет, только 5. Ладно, вряд ли 2. Тогда это будет везение. Придется. 6. Ну да, вот если бы сейчас выпал, я бы еще мог надеяться, но нет. 7. Фу.
Восьмая даже, нет. Ну, скам полный, конечно. Девятая. Ну и говно. Окей, Сара неплохо. Это четвертая, по-моему, у меня. С4. Нужно С6, чтобы было максимально эффективное. Так что, конечно, еще рановато. Oh, bongo, 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 I don't wanna leave my Congo, oh, no, 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 no. A bingo, bango, baby, I'm so happy in the Navy, I refuse to go. Юньцзин Шэньхэ. О, мы серьезно даже их не смотрели. Угу, спасибо. Отлично, тогда все это на одной записи будет. Я хоть и небольшой фанат Шейки, но ролики-то надо, конечно, глянуть. Спасибо, Эриди, за сердечко и за то, что вспомнил, что мы там напропускали. Так, ну я крутану, конечно, 4 просто для красоты. 10, блин. Я надеюсь, вот у меня в принцессах душниловка была на гарантах. В понях была душниловка на гарантии. Здесь у меня душниловка на гарантии. Я надеюсь, что все эти неудачи мне компенсируются С2 на хидой в пятницу. Чеча в принцессах мне не падало, но до гаранта только что опять гарант пришлось забирать. Ай. Не, ну это печально, конечно. Сара, созвездие. Количество призванных навыков Тенгу Джирай до 6. Ну это, я так понимаю, ультимейт, да, усиляю. Ну да, главное, вот этот бонус для Райден хороший. Правда, у меня у Райдена сейчас вообще специфичная команда будет. Наверное, Райден, Нахида, Беннет и Сянлин, наверное, да. Я думал, Сянлина или Фишель оставить. Сянлин, конечно, получше прокачанный. Чича. У меня так чича выпало уже. Не бывает же под такого, чтобы выпало еще раз. Так, алло, шарик недоделанный еще здесь был. Ладно, шарик сделаю, это тяжело искать. В плане, знаешь, что... Ну, а я их не... В смысле, я бегу за шариком, ты чё? Какой я покидаю? С ума сошла? А, блин, я настолько давно их делал, что я забыл реально. Я думал... Я короче, как за феей бежал. Я забыл уже даже, как они работают. Настолько давно я их не делал. Это было еще первое время, по-моему. Я реально им давно не занимался. Где? Куда? Ты мне покажешь, куда мне идти-то? А, вот все, вижу. Если что, дерево я закрыл, дендракул до 9 уровня довел. Там еще несколько дендракул осталось собрать, но именно что собрать. Сейчас, секундочку. Заодно подберу. А, здесь сундука нет. Ясно.
Вот эти штуки, типа, я вообще, ну, типа, они мне реально ничего не говорят. Ну да, про маску говорила это, рассказывала, что он там третий сын, по-моему, или какой он там, шнаша, как, господи. Но опять же, так как это не имеет никакого контекста, запоминание просто никакущее. Типа из важного, что она, короче, отомстила челу, которого возвысила с помощью детей. Вот вся, вся история, все, что важно, все остальное это уже лирика. Ну, это было с хорошим подключиться, но ладно. И так сдохнет. Ясно, скипаем лор. Если лор говна или плохо подан, то почему бы его не скипать? Лор — это не просто что-то мистическое слово, которое можно закрыть любую дырку. Это структурированное повествование в историческом аспекте. В мифологическо-историческом аспекте. Изучите «Властелин колец», например. И вы поймете, что такое лор и как его писать надо. На Хида 50 восстановленное нужно. С Райдена это просто смехотворное число. Ну еще штуковину. Так, ладно. Думаю, хватит, реально. Да, видимо, квестов сейчас нет никаких. Ну, говорите, еще будет продолжение. Просто я думал, возможно, некоторые квесты активируются с помощью основного сюжета. Например, у меня нет репутации в Сумеру, в принципе. То есть, что довольно неудобно. Эй, Надзума, кстати, очень сильно скамят. В Манштате каждую неделю почти всегда был один сюжетный дейлик. А в Сумеру, ой, в Надзуме вообще постоянно 4 пустых. То есть, реально, у меня несколько линий запущено. И, блин, ни одна из них не хочет продолжаться. И постоянно, то есть, какие-то перерывы на пустые дни. Так раздражает. Нет, по-моему, мне ни в одном нету 10 уровня. Я 9 уровень в Надзуме взял, наконец-таки, так что у меня есть компас. Не то, чтобы он мне сейчас нужен, но как бы
Он у меня есть. Finally, как говорится. Где он там? Вот он. Так. くらいいい天気です。はい、これで星空がよりはっきり見えます。あ、シュレッティナリー、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。Кстати, за сюжет тоже крутки дадут. Чикио катазукеру нога ренджер-чоу деару омае но шигото датте кото ва вакару са. Демо, соре жа конпон текина мондай кайкетсу ни нара най но ва омае ни датте вакару даро. Каже сама ва омае га Смейл Сити де декиру кото ва секай жу га наору ка доука ни чоккетсу шите ру то ошатте ру нда.どこに断る理由がある。Почему у тебя венок? Странно. Это вообще не в вашей культуре. 気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに、申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で。カジェ様のようなチロン派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今、お前さんの力が必要だ。あ、понятно, по рангу。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前、はあ、もういいよ、行くとしよう。Да, но без восклицательных знаков он довольно спокойно это сказал. Почему восклицательные знаки? Кстати, я, оказывается, героя Дендра вообще не делал. Решил ему вкачать сколько-то этих... Созвездия, мне казалось, у меня вообще его никогда не было еще. Я такой, упс, ладно. Но я его вернул в желтенького. Во-первых, опять же, потенциально самые полезные, во-вторых, просто по дизайну лучше всё подходит. Бецни. Кёрэйн но хито а боку ни Смейл Сити ни модотте тецдатте хоши кото га атта. Боку ва котчи но сигото га исогаши кара. Дендра полезна, если ты играешь через Дендра героя. А Гео полезен просто потому что, ну, он ставит тумбу и на неё можно залезть. ところでハイパシアの方はうまくいった？あ、別にやなヒドを奪う。だから、для игры через Дандra у меня будет на хиде。ああ、少し紆余曲折はあったけど、
今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。жива, блин. ならよかった。покормленная даже. 体も回復したんだから。君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ。Да, было бы забавно, если бы такая ситуация вообще возникала. Ну, конечно, нет. Геншин явно не про это. Ты учти, на хидеешке не активируют цветочки. Цветочки же от воды вообще появляются. У меня воды нету. Она просто будет ставить ульту и кидать цепочку. Все, я задача. А, ну и МС раздавать. Ну, это через ульту. Все, все равно не очень понятно. А! Кракса на Ридеби не атте. Кикитай кото га арунда. Тинари, коножу не ау хохо во сиранай ка? Ну, у меня Тима Райден... Как раз такие реакциями бьет. Как каждый удар буквально. Мошиваке най кедо. Ано ката ни эккен суру хохо ва сиранай. Соре жа, Смейл Сити ни цуйтара, каножо но кото о даре ни кикеба ии ка ва шиттеру ка? Ааа, ты про помещение по карте. Все, я понял, для которой колею используют. Все, я теперь понял, о каком цветке ты говоришь. Которая выкидывает по прыгалке. Все, все, понял. Я сначала подумал, что ты про эти бутоны. Про боевую часть. А по миру я все равно бегаю второй командой. В основном. Хотя, блин, с Нахидой можно будет бегать, потому что она собирает ресурсы. Но это если ресурсы именно бегать собирает. Кстати, да, у нее же есть активация быстрое нажатие, а не только длительное. Содано. Смейл Сити ни ита жикан ва нагаку най кара. Сириай мо кенкюин га хотондо нан да ё не. Ко шио. Шоукай жоу о кайте агеру. Боку но сириай но сейрон ха кенкюин ни кику то ии ё. Каре ва ооку но жоухо о моттеру кара. Соре ни 君たちがスメールシティに入るとき、あるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど、試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね。スメールを知恵の都市にした礎だっていう人もいるくらいだ。Хранит информацию. 使い方は教練員の人が教えてくれるから、僕は出しゃばらないでおくよ。А как должны говорить? よし、それじゃあ準備して。スメールシティに出発だ。でもその前に、その通り。ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、良くなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。来た君たちがもうすぐ行っちゃうから、そこで君たちを待ってるんじゃないかな。あ、ты имеешь в виду произношение, понял。ありがとう、ティナリー。それじゃあ、オイラたち行くよ。うん。じゃあね。旅が。これなら、ガンダルバー村の北の分かれ道だ。安心して。彼女の面倒は僕が見るから。なんとかして、地域の変化とマリン病の関連性を一刻も早く突き止めるよ。これなら、ガンダルバー村の北の何か大きなプロジェクトが進んでいるらしい。僕の先生も参加したみたいだ。だけど今はウリンの様子が芳しくないし、コレイの面倒を見る人も必要だ。
だから僕はガンダルバー村を離れるわけにはいかない。先生が直々にここへいらして僕を責めるってことがない以上、僕の助けが絶対に必要だってほどじゃないはず。コレイならガンダルバー村の北の別れ、うん。Так, поехали. А, она тут прям рядом совсем. Вижу ее, да. А, мудотте китанда на. У, я. Има ва. Итте рассай тте ю беки ка на. Корей! Коко де маттете курете аригато на! Ойра тачи, коре кара Смейл Ситии ни икун да. У.安心して。しっかり体を休めて病気を治してみせるから。それにいつも発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。私はレンジャーだから。それと、ごめんな。最初病気のことを教えられなくて、お前たちには同情されたくなかった。平等な友達でいたかったんだ。でも友達にはやっぱり真心で向き合うのが一番大事だよな。これいい、謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。昔のことを教えてくれてありがとな。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。うん、ありがとう。あ、そうだ、これをあげるよ。なんだこれ。ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど、笑わないでくれよ。うわー、やったー。Мы в обучении。あの美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃ、見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。レンジャー、またガンダルバー村に遊びに来てくれよ。Что это еда делает?占いとは人の決まった運命を正確に示すものです。И чего там такого? 行き過ぎた装飾はかえって人々の誤解を招くことになってしまいます。Ролики заказаны все, Сейбар. Привет. А, понятно. Лучше, чем эти, что ли? Курица? お前たちの旅が順調で。スメールシティで送信様に会えますように。よくなったよ。明日からはパトロールチームに戻る。あは。しばらく師匠と一緒に地域を片付けるのは難しいと思うけど、他の仕事には最善を尽くすよ。そうだ、もし近いうちにアンバーに会うなら病気のこと黙っておいてくれる？過去のこともマリン病のこともアンバーは知ってるけど、最近病状が深刻になったことはまだ伝えてないんだ。アンバーに心配をかけたくない。もし必要があるときは自分から言うよ。あ、わかったよ。お前たちの旅が順調で師匠が料理できるっていうのはそんなに不思議なことなのか？師匠の料理の腕はなかなかだよ。まあ味は普通より薄いけど、師匠の舌と鼻は敏感だから香料はほとんど入れないんだ。前回ピタを作る時うっかり調味料を入れすぎちゃったんだけど、師匠はずっとくしゃみしてた。まあお前たちの旅が順調でスメールシティで掃除、うん、またちゃんと。Так, я хотел глянуть хавальник какой-нибудь.
Вот здесь прям рядом есть. Какого он там тира? А, вот нашел. Мясо, мука. Блин, томат. Томатов мало, кстати. И молока не то чтобы много. Ну хз, типа. Мне кажется, ресурсы здесь попроще добываются. Ну, во-первых, не то чтобы прям совсем за копейки, а во-вторых, я пользуюсь едой, я не пользуюсь едой, я бы так сказал. Типа, раз, я иногда воскрешаюсь очень редко, хилюсь я всегда способностями. Иногда у этих, ну, у архонтных этих штуковин телепортных. Для чего еще еда есть? Для бафов? Бафов никогда не пользуюсь. На ребенок идола. Оу, а. Это то, что мудаку помочь там. Спасибо, Сейбер, за над сердечком. Так, это получается... А, собственно, кстати, это вообще первый заказ. Кстати, там же первый эпизод вообще очень длинный. Ну, сейчас я это запишу. Раз, два, три, четыре. Плюс три. Это как бы семь, но потом надо посмотреть, сколько длится будет первый эпизод. То я слышал, там длится сумасшедшее время. Его прям отдельно нужно будет высчитывать. Есть чечет, но она не, я ей не пользуюсь в любом случае. Так. Продолжаем изучать Сумеру. Входим в первый раз в город. Ну, кстати, шутки шутками, но в городе-то я почти не был. Вы сами помните, у меня это самая плохо зачищенная локация. Потому что, ну, типа, делать... Я только сундук собрал там, который наверху болтался, и все. Так что в городе я реально особо не бегал. ちょいと待った。お二人さん、あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。うえ、なんでわかるんだ？アーカー社の中にあんたらの情報が入ってないからな。おっと、心配する必要はないぜ。スメールシティに入るのを止めてるわけじゃない。その逆で、教令員はスメールシティを訪れた旅の人に便利なツールを提供してるんだ。二人も聞いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識を集められる宝庫だ。教令員は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を開発した。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でよりスムーズに動作し、より威力を発揮できる。これがティナリの
の言ってたアーカーシャ端末だな。聞いた感じなんだかすごそうだな。二人は運がいいぜ。今まで教練員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカーシャ端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。なものなだ。さ、これは二人へのアーカーシャ端末だ。А то я не знаю, какие могут быть негативные у него последствия. Вдруг отслеживать будут или еще какая-нибудь фигня. Хапа-митай-да-на!とりあえず試してみようぜ。Кстати, она ксанали, потому что кса это трава. Я не знаю даже. Хотя это вроде японский, а аналог типа явно, ну, ничего не связано с Японией. Но у меня постоянно вот это ксанали, кса. Опять же, учитывая, что Нахида, ну, типа... Ну...как бы природный аспект, мягко говоря, в ней заложен. Ну понятно, еще перед глазами. Оу, идентификация моментальная.Особенно устрёмно, учитывая, что это китайская игра. Ладно, не будем о плохом. Со, корега Акаша но чикара да. Са, Смейл Сити е ようこそ. Соушин сама но чие га анта тачи то томо ни аримасу ように. Вы нам лучше её выдайте, и желательно в трёх экземплярах. Яс, сасоку Акаша ни Кракса нари деби но джохо о кийте миё зе.まず、オイラがやってみるぞ。500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナ聖書に居住。おお、コレイが言ってたのと似てるな。次は、創神様に謁見する方法を考える。あれ?Go вломимся в главный храм. Акаша は この問題に答えられないみたいだ。無理やりこの問題について考えると何かを思い出せそうな、思い出せないような微妙な感覚だな。Кстати, Нахида, все-таки благо, когда я искал арты по Нахиде, 90% артов типа Сейса или около Сейса, если сравнивать с другими персонажами Геншина, конечно, которые ранее, где процентаж явно был более критический.お前は頭の切れるやつだもんな。で、何を考えるんだ?Странно, если они их знать не знают. Оу, банго, 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 I don't wanna leave my Congo, oh no, 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 no. A bingo, bango, baby, I'm so happy in the Navy, I refuse to go. Дари, если дойдем, королева арбузов Нилу.
Понял, спасибо, Эриди, за донат сердечко. Но это тогда уже на другой отдельный ролик. А, опять же, да, если успеем. Хотя, кстати, ну, опять же, может быть, там часть до, в середине стрима, да, часть в конце стрима, чтобы точно дойти. Думаю, к концу стрима должны. Ну да, реально, типа, 500 лет назад, как бы... Насколько сильно вы скучаете по Петру Первому? У вас слезы наворачиваются? はスメールに着いたばかりの外国人だから、その問題の答えを得る資格がなかったりして。Господи, арбузы. Опять же, странно, что если она, типа, буквально имя доставленной в общем доступе, по идее, почему, блин, даже ее внешнего вида не возникает в голове. Омаэмо оннажи канджи ка. Аншин шита си. Иро-иро тамешита кедо, Куракусанари деми ни аэру хоухо ва мицкара накатта на. Яппари... Тинари га шоукайшите курета хито ни кейте миёзе. Понимаешь, Хагран, понятие горячие чиксы довольно сильно меняется за 500 лет. Например, какая-нибудь... Елизавета Петровна, да, в молодости была, типа, красавицей. И что, как оно тебе? Даже не 500 лет, а всего 200 лет назад. Ну ладно, чуть побольше, 250. Неважно, ну, сильно меньше, чем даже 500. Не-не-не, Елизавета Петровна была красивой, в принципе, по нашим меркам даже. И, кстати, она одевала много, у нее она часто использовала мужские наряды, которые тоже хорошо на ней сидели. Она довольно краски... Это не Екатерина II, наверное, ты перепутал. Она к концу жизни, да, поплыла сильно. Потому что образ жизни вела не самый полезный. Вот. Ну, тут боги не меняются по внешке. Но это было 500 лет назад! Ну, поэтому я и Петра вспомнил какого-нибудь, да. Сайцуа смейлджин де, кёрэйн де хатарайтэру митай даши. Китто акаша кара мотто таксан но джоухо во эрареру даро. Кинари но тегами, джушо га кайте ару зо. Небесная мудрость. Кстати, я еще денег поднабрал, 7 миллионов уже. Так что заряжен полностью. И, кстати, я еще придумал гениальный план, как собирать шмотки со Скары, вот. Ну, мне, правда, не повезло, но неважно. 2 недели, как минимум, я точно с него соберу. Так что смогу таланты даже прокачивать. Ну, я имею в виду, к пятнице следующей. Ну и дальше там, понятное дело, также добивать буду. そっちに行ってみようぜ。家にいてくれるといいんだけどな。俺に任されるのは面倒。こんにちは。ロハウェイってお前のことか？そうですね。何かご用ですか？実はティナリがお前のことを紹介してくれて。Я не проспойлерил все скромучу. Ну кроме того, что он блин босс, это блин, я знал, я блин всех боссов знал где-то. Месяц назад, может быть, 2 месяца назад. А вот все остальное, типа,
Типа, я даже не знаю ни фас, ни как он выглядит, ни когда он появляется, ни какая даже музыка там играет. Ничего из этого я не проспойлерил. Нани? Кинари дато? А я, мой, нани мой его нактей игра. Сенгец не хабил, что вэншо ва ташка ни сэцдатта. Дэйта ни сэтток лёк га найши. Коре ва Кинари кара омае эно тегами да. Э? О. Доре, доре. びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい？クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか？送信様に？ああ、私の得意分野じゃないが、いいだろう。アーカー社に聞いてみるよ。すまない。アーカー社はこの問題については答えてくれない。Ну, типа, такой базовый запрос. Странно, что он даже не удивленный. Ну, как бы, реакция какая-то странная. Итадаро, корева ваташино токуи вунья жанайте. Ваташи ва иккай но кенкьюин но сигиняй. Типа, считается недостойным тоже. Ваташи нива соусин сама но джохо о сиру хицио га най то хандан штанда. Дага, ваташи но сиру кагири, Кракса Наридеби сама ва スメールにお戻りになってから一度もスラサタンな聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。странно. Типа Райден тоже не то чтобы публичная личность была, но даже если мы сейчас про куклу говорим, но все равно явно не то.まさか、そんなに謎めいた神だったなんてな。その通り、送信様はいつも老去なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。じゃあどうすればいいんだ？А что она вообще делает у вас? Типа, какая её роль в вашей структуре?Морок советы кидал, Райден правила, Ведзио съебался. Других мы особо не знаем, кроме царицы, но он вроде как правит, то хрен его знает. Информация пока спорная. Ну, в плане того, что мы там не были, все еще может там оказаться куда сложнее. Венти спал, кстати, большую часть времени. Ма, отцитуйте кле. Коре ва акумаде ваташи но кожинтекина суйсок да. Хока но хито ни кийте миру но мо ии даро. Кстати, если ты откроешь задание легенд персов Сумеру еще до прохождения всех глав основного сюжета, то ты не сможешь пройти, пока задание легенд не допройдешь. Короче, либо их открывать и проходить после глав, либо после основного сюжета открывать и постепенно задание легенд. Так, это интересная информация. Как вы думаете, что мне с этой информацией делать? Стоит ли или не стоит трогать задание легенд? Может быть, они как-то включены там?
Вот да, вот Хагрин пишет, что они кривее смотрятся. Вот я об этом тоже говорю. Да плевать, в ключах, где проблемы нету, плевать на ключи. Проблема в экспириенсе. Ну, в любом случае, это еще не сегодня и не скоро, я думаю, но подумайте, как-то там консенсус какой-то соберите и решите что-то там. Сори, Кракса Наридерсмани уай декинай котоа. Защита там нормально. Дайте даже прямо сейчас сделаю, какая разница. Я вернулся. Да, отлично. Наниширо, Акаша から も 得られない知識や どうしても できないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら1年で3本を発表できるだろう。ああ、ポニャ。なるほどな。ありがとう。助けてくれて。Да, но явно они с этим пьезантом не по пути, с таким мышлением. 遠慮するな。他のこと、例えば教練院で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。これも教練院で生きるための一種のサバイバルスキルだ。はあ、まさかとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする？他の人に聞くって言ってもスメールに知り合いなんかいないしな。え、誰だ？カチェリーナ。キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。だったら早くあいつに聞きに行こうぜ。Какая неожиданное задание Архонта после сюжета. Кстати, а у Венти нету второго задания, да, почему-то? Типа,
Нахиды что? А, нет, у Нахиды тоже одно. Ладно, я почему думал, что Нахиды тоже два. Ну, блин, Нахида еще даже свой этот сюжет не закончила. То бишь там... Ну, в смысле, все еще версия 3, это типа Сумеру версия. То есть у нас есть... Дед сразу два, Райден сразу два. Тем временем Венти... Да, я тоже слышал про это. А, даже вот заанонсили уже второй квест на Хиде. Ну вот, видите. Может быть, как раз таки к моменту, когда мы дойдем, сразу весь контент будет с ней. Отлично. Так, как-то... お目指せ旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか。キャサリン、オイラたち、クラクサなりデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか。はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。Есть тоже наушник, хоть она и не рентген. Что за главный ивент? 申し訳ありません。アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。 Даже воспоминания своих. 個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。 そっか. やっぱり同じ結果だな. けど キャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。 Пытаться пробиться к мудрецам. お二人とも、そう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては、冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここでは、エルマイト旅団と呼ばれる 大将の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は、歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理、調整する役割も担っています。 30人団？変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問、アスファンドさんは、うちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。 Когда будет этот ивент 3.6? Почему Хагран с понедельника? 15. Ну ладно, 15-го мы явно не успеем. Даже если он там длится, будет 2 недели, вряд ли. こちらから彼と連絡を取ってみますね。 30人団の本拠点 レグザー町で彼とお会いになれますよ。 どういたしまして、幸運を祈ります。 お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。 よし、 Ивент тоже бывает длинный. Либо проходить самостоятельно. Ну да, я за репутацией сюда приходил, и он мне ничего не сказал. Яокусо, бокенша-кёкай-но-шоу-кай-де-кита-о-кяк-жин-да-на. Ханаси-ва-кика-се-те-мора-та-зе. Понятно. Конничива, Асфандо! Ойра-тачи, чё-то-кики-тай-кото-га-а-рун-да. なるほど。
で、キャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、担当直入すぎないか。しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。Ну, да, я немножко это изучить успел. Да, но это не относится к нам. Смейлзин, ну, Смейлзин, ну, хотя бы, Кракса Наридеви не кёмига най, думаю. Э? Нанде сою кото ни нарунда? Ха-ха. Кёрейин о татуэ ни сиёу ка? Яцра ва Смейл но джисцтекина канлиша. Камио を信仰しているが、その信仰対象は今でも魔法の国家デバータなんだ。奴らから見れば、スメールを作ってアーカー社を残したのはマハルッカデバータの方で、クラクサナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も強霊院の影響で自然とマハールッカ・デバータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサ・ナリデビは一度も姿を見せてないし、教霊員も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか。なんだかクラクサナリデビがかわいそうだな。かわいそうだな。どうかな。すべては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとな。И хотя бы с ранарами дают чилить。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。はあ、みんなの送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。チェル、идите к властным структурам, а не по бомжам таскаетесь。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサナリデビ様に興味があるの？あなたたち、スメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？ Yes, we are. あ、ごめんね。自己紹介を忘れてたわ。У тебя имечко. 私はドニアザード。ドニア、короче. 実は私、クラクサナリデビ様の忠実な崇拝者なの。え、本当か？ってことは、彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。Ну, потому что культура, используемая для сумеров, для европейского человека и для анимешника, то бишь, который привык уже к японскому в Надзуме. То есть, и Надзума ощущается уже родной, просто потому что ты столько времени провел за культурой японской. А эти культуры мало известны, поэтому да.
もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら宗神様に助けを求めようとした。宗神様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに宗神様の姿は見つけられなかった。彼は、ああ、神はきっと私を見捨てたんだ。で絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。それで？そしてついに男は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは宗神様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか。あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捉えられぬ風の中にいる。Клёво, но нам нужен персонаж, у которого можем спросить про Киану. Мы вроде этим занимаемся. Аригато. Соно ханаси о кийтара, нандака кивон га суккири шита зе. Доу яра коно моногатари мо соушин сама но кешин митай не. Монт на Германию так себе походит. Опять же, учитывая погодные условия, это скорее какие-то более южные страны. Притом, если Франция, то южная часть ее. То есть вот Франция, южная, Италия, северная, вот, вот эти регионы. Это, во-первых, другой век совершенно. И северная часть... Явно. Опять же, судя по их одеждам и так далее. По архитектуре и именам. Имена, кстати, вообще у них какие-то странные, если честно. А потому что это не культура снежная, ведь это... Снежная — это имперская Россия, а не СССР. Ну, типа, вот Люэ и Надзума, они очень четкие, чистый Китай, чистая Япония. Особенно и Надзума, опять же, Китай там, как говорится, можно сказать, разные есть. Там есть Тибет, там есть равнинные части и так далее. Ну, поэтому там, в принципе, и по регионам там разные, но, грубо говоря, некий общий такой, вот. А и Надзума даже еще и с большим историческим посылом. Которые многие для себя просто пропустили, потому что безграмотные люди играют в Genshin, дети 12+. А вот Монт очень, очень слабо привязан к Европе. Такая очень условная Европа с мягким климатом, более южным. Какой-нибудь третий отдел имперский вполне себе вписывается в ту же Фатуи. Ну, это, правда, окей, третий отдел для внутреннего Фатуи занимаются внешним еще. Какой отдел занимался внешним, я не помню. Дониазадо, у меня Краксанари Деви на сухайша нара. 彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど、用事があるから先に行くわ。Ты что слилась, друг? What the fuck? Что это было? Ой、待てよ。どう
Энканомия — это античная римско-греческая культура. Опять же, такая условная. А шаманы — это, я так понимаю, про цуруми каких-нибудь... してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはドニアザードを捕まえようとしてるのか？ダメだぞ。せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。ダメ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの二人。茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか？見たぞ。そっちに行った。ボシ。さあ、おい。あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。так, куда она там делась? Господи. Сумеру, конечно, город самый муторный еще. Люэ по сравнению с ним прямолинейный прост. ドニアザード、ここだ。遠くまで逃げたのかと思ってたぜ。あなたたちね。びっくりした。安心しろ。お前を追ってたやつらはオイラたちが巻いておいたぞ。エピックなウロブニインタープレタツィーバクマツウォーイナズミナイズミニトカビジェダバボリジェスタラヤバニスタラリスカワイチ。そうなの？本当にありがとう。でも私を捕まえに来たのはあの人たちだけじゃないと思うわ。Ну посмотрим. Все же пока самые успешные у них моменты это ну какие-то личные, когда встречи происходят. Здесь и Назуми было неплохо все, ну даже хорошо, опять же в рамках Геншина.Не вспоминаем Ханкай, чтобы не сравнивать, да. В смысле японской войны? Ты про Бакумацу период? В смысле, какая война?Это была довольно-таки большая и крупная война. Если что, Бакумацу период — это 60-е годы 19 века. Обычное дело, правило. Я поэтому на джаху в соло не хожу больше.Приходил с Хутао, на него он огненный. Ну, если жрать еду, то да, ничего сложного. Но опять же, жрать еду. Ай, сейчас бы еду есть.А, у тебя с хилерами. Ну, у меня у Кутау нету пачки хилов. Ну, нормально, само собой. Ну, это давно было, я уже давно так не ходил. Делать мне нечего. В принципе, я на джаху больше ходить какое-то время не буду. У меня куча материалов на него, на всякий случай. Я теперь экономить. Раньше я всех боссов просто убивал. Япари, отсюда тоже люди пришли.
У меня ни одного. Ты что, ты гайру нока? Даттара, коко ни цуттатэру баай жа най даро. Хаяку нигэро. У меня так получилось, что большинство персонажей из Двалина и Волка апались. И один персонаж Тартали, по-моему, или два персонажа. И один персонаж с Синьоры, да. Вот да, Ганька, когда есть, Аджаха вообще разваливается. Но у Ганьки я у себя что-то не вижу. Матте. Ватаси. Дзицуа, карада га ёка най но ё. Хасиру но ва чотто мури. Поэтому ты перебинтованная? Соре га и камо. Минато ни сакаба га ару кара. Сочи э кимашо. Такая же проблема, как Ватаси га мисе но нака ни какуреру нанте. Омой мо шинай хазу да ва. Ёш. Джа, омай ва усиро кара цуйте кой. オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。わNo, даже в лучшем итоге я к Ганью и не особо готов, поэтому мне ее прокачать еще будет большой сложностью. Да и команды под ней нет. Я, если честно, даже еще не чекал вообще, что тут вообще, что с Ганью делать надо. Кроме соло бегания и пиу-пиу, это как Займбер, это понятное дело. Оно в сюжете есть даже. Сегодня у нее ДР, кстати, вроде бы удачно получилось. Кстати, а у нее роликов нету? По-моему, их мы же тоже не видели, да? А, их нельзя, понятно. Лол, ну и лицо. Ожо-сама, коицра ва нанимоно деска? Каножо-тачи ва мичи-де деатта бакари но икоку но табибито йо. Тама-тама, аната-тачи га ватаси о сагаштеру но ни кизуйте, ватаси о таскете курета даке. Хе-э, нару-ходо. Я просто думал, что если она как-то с чем-то связана, то с пустыней. Дете-тте морау йо. Мате-йо, омай ва даре да? Кого? Дэхью? Нет. Дэхью — это новая чеча от мира Геншина. Атаси ва Дони Азада Ожо-сама но бодигарду да. Ожо-сама о бужи ни каэсу таме ни коко ни иру. Ожо-сама, атаси то иссё ни каэтте кудасай. Блин, реально, она же может выпасть теперь. Если проигрываешь 50 на 50, твою мать. О, но. Ай. Моси, аната то каэритаку най тэ иттара. Мочирон. Кёрёку ште кудасару кото о негатте масу ё. Вау. Соре га отагай ни тотте ичибан ии дэсу кара. Дэсу га, доу ште мо каэтте кудасаранай то ию нара, Кацуиде демо го житаку ни о каэсу суру шика аримасен не. Ой! Дони Азаду ва каэритаку най тэ иттэру даро? Нанде мурижии сурун да? А, это с ней понял правило. Да, помню. На Яке, по-моему, катались что-то такое. Помню, был такой. Джама суру на. Антара га кангаэтэру йоуна кото жа не. Хицурэ шимашита, ожо-сама. Атаси ва ожо-сама но бодигарду десу га, го лёшин ни ятовалета ижоу, ятой-нуши ни секинин во хатасанакя наримасен. Икура? Нан десу? Ожо-сама. Аната во ятотте, отоу-сама тачи но котоба во киканай йоу ни сасеру нива, икура хараеба ии но? 2倍? 3倍? Скоши жикан во курелеба, нантока ацумете мисеру ва. Ожо-сама. Мора の問題じゃありません。
あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私、雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだと囁くから、あんたを探してたんです。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして、体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにも、わがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが、何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。ディシア、あなたは長いことうちにいるんだから、これくらい知ってるはずでしょ。ディシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、また伝えよう。そうしよう。自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度を取ったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。не самые популярные имена。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして、外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は、ま、旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった、ちゃんと話がついたみたいだな。あ、お、господи、だ。Скип региона чисто будет в таком случае。あ。大丈夫よ、安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。ブラブラスタブラ、この店で何か食べながら休みましょう。シルナジェンシュナ、это я и Мика。あにおってたピリカイシュ。二人も心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったらクラクサナリデビの話をもっと聞きたいしな。Кстати, притом насчет сильный, притом во всех смыслах. Она, я так понимаю, буквально самый сильный персонаж за исключением Сяо и Альбеда из этих. Ну, то есть как бы опять же Сяо и Альбеда они как бы совсем как бы на другом уровне. Вот, а из более приличных существ она самая сильная следующая. Йоу,
ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。Ну, я, кстати, не знаю, сколько силен Скара. Он шестой из предвестников, да, то бишь... Должен быть довольно сильным. По идее, возможно, сильнее, чем Мика. Но я имею в виду персонажа, опять же, стандартных. Он вообще, блин, Райден. Ну, по сути, да, он же кукла Райден. Так что он должен быть очень сильным, по идее. Что там? А. Это опять же Грей. Ирин. Понятно. Не узнал бы, кстати. По-другому озвучивали. Но опять же, не то, чтобы я прям хорошо знаю. Не так часто встречалось. Не, ну, опять же, он не может быть слабым, как по статусу, так и по происхождению, это очевидно. Я все равно думаю, он вряд ли сильнее, наверное, опять же, Сяо и Альбеда, но вот я и Мика был вполне возможно, здесь я не удивлюсь. Вот. ウーマイ家のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。Ну да, Шинджи сравнивать не стоит. Шинджи слишком гигачат. 慣れればそんなに悪くないよ。だな、メニューを見せてくれ。あいよ。ん？こちらの方はひょっとしてウーマイ家のお嬢さん？いやお嬢さんがいらっしゃるなんてこの店で一番うまい料理を用意しないとね。マスターありがとう。気持ちはいただいておくけど今はモラが必要なの。手持ちがあまりないからできるだけ節約したいわ。でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとね。しばらく高級料理も食べたい。Тем временем 7 миллионов в запасе. Я пари. В целом, оно не стел кузе. Да, тара, ты цнан вайкага. Учино камбан у яцде недан му отегоро. Ура, соцчи но окяксан га табетеру яцца.黒くてパサパサしてそうだ。ブラジル芝居。なんだよ。オイラにだって個人的な趣味嗜好があるんだぞ。ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんな暗草なりデビに興味がなかったんだ。お前は。どうして彼女の崇拝者になったんだ？パイモン、宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ？方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。本当か？本当に。ええ、子供の頃の話よ。あ、может она... 私は病気になってほとんど一年中お部屋で横になってた。Просто спутала. Она же не знает, как Архонт выглядит. パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころかアーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく希望なんか何一つなかった。一度ひどい発作に襲われて
何日も朦朧とした状態で過ごしたことがあるの。Мечт. Я думаю, здесь было слово Ваша мечта. Популярность растет. Спасибо за подписку, добро пожаловать, судя по контексту. Ар ёре. Мэ га саметара, хэя ни ва даремо инакуте, сугоку куакатта ва. Демо, угокоу то штемо угокенакуте, наку кото сура декинакатта. Соно токи,頭の中に不思議な声が飛んできて、私にこう言った。В детстве видят。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード。わお。怖がらないで。Это CG, и, кстати, голос окей, правда. Значит, не соврала. А так можно было, кстати, использовать CG, как в Канкае?Типа, 3D-модельки это круто, но они не то чтобы очень экспрессивны зачастую. Мне кажется, вставление CG это реально банальное и хорошее решение, почему они не юзали его. Серьезно, один раз на игру? Блин, да что ж такое? Блин, да что с Геншином не так? У них есть просто безумный опыт в Хэнкае.Почему они его не используют? Я понять просто не могу. Я ничего не понимаю. Где компания? Торе? Тоште ваташи но намайо? Доу еба ии но кашира? Рикай декинай тамо ширенай кередо. Аната но кото ва зенбу шитте иру ва. Хонто?Ну, если она совсем ребенок еще. Обычно в этом возрасте они все еще сны видят и так далее. Мочерон. Каминари га ковай кото я. Аса но оксури га кирай на кото. Соре кара. Окаасама но скарто ни цуйта ханабира о казуэру но га ски на кото мо. А, хонтоу ни нандемо штеру но не. Дания Зардо. Нани ка негай ва ару?願い?ないわ。私、どこにも行けないから、何もできないわ。Про мечту речь шла. あら、そうなの?でもあなたはまだ子供でしょ?Был косяк перевода. 子供はみんな、願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて。叶えてあげられるかも。Это реально панда, это очень странно тоже. じゃあ、私の病気を治してくれる?ごめんなさい。それは今の力じゃ、まだできないわ。それじゃあ、友達になってくれる?その後、いいわ。私はあなたのお友達よ。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて。面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かな雨林が広がっていることとか、その雨林のさらに外には防災機や砂漠、そしてテイワット大陸があることとか。Ну, кстати, да. Многие, я-то знаю, опять же, что это Нахида и точно все. Это не Шиза, но.Вполне можно было и за Шизу принять. Но потом, учитывая особенно, что она больная. Голос исчез. Я рассказала маме об этом, но, наверное, это мечта, которую я сказала. Но я знаю. Этот голос не был создан моей воображением. Потому что я ни разу не слышала слова «Тейватт» в воображении. Потому что я ни разу не слышала слова «Тейватт».絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。
その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと宗神様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の過信短日を準備してあげたかったからなのよ。過信短日？なんだそれ。過信短日はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハールカデバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話では、クラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時はみんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。И что-то как-то не особо сейчас любят。でも教練員の影響でみんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。んだ。スメールにはマハールッカデバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練員は全ての準備に参加する。わお。でも過信短日に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。Я, конечно, знаю, что типа она не боевой архонт. Хотя, может быть, и норм хз.彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカデバータ様が本当に逝去されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。ひどいじゃん。でしょ、ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカデバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。で、даже интересно, как она могла защищать, если ее вообще никто не видел, что какая ее роль вообще во всем этом, кроме того, что она может типа в сны проникать или что-то подобное. あの、周りに他のお客さんもいるから、あまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも過信短祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？ええ、その最初に用意したモラじゃ足りなかったから、ニーローに私のスカートを売るように頼んだの。понятно. Ну, налички нету, но всякого одежды, там, украшения. 実は今日、ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ。グランドバザールはここから少し離れてるから、おぶって行ってあげますよ。ええ、それは大変だから大丈夫よ。グズグズしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょう。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。ええ、もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。あは。
еще больше нет, да? Ой. Я в любом случае особо не питаюсь, точнее, я ел шаверму один раз в жизни, и это было в Израиле. Целевые шутки — это какой-то кринж от всяких завидующих москалей и им подобным. Вот и Нилу, да, реально быстренько добрались. Ниро, гомене, осокунатчатте. Хагран, ты когда входишь куда-то, ты подъезжаешь или что? Я вот, вы русский язык хотя бы чувствуете? Вы его понимаете? Вообще хотя бы думаете, о чем вы говорите? Какой к черту подъезд? Это в Америке еще подъезд может быть. Потому что у домов всегда есть этот гараж, куда они реально подъезжают. Под Питером. Это не Петербург. С Ленинградской области, насколько я помню. ずっと来ないから、きっと家に閉じ込められてるんだと思ってたのに、まさか本当に逃げ出したなんて。あれ？リシアまで？もしかして彼女に捕まっちゃったの？ну да это украшение。確かにそんな状況にもなったけど、今はもう平気よ。リシアも私たちの味方になったわ。そう言い切ることはできません。А бордюр с поребриком в принципе вообще не одно и то же. Это в принципе два разных слова. Вообще не представляю, как можно называть одно другим. Это просто буквально два разных слова. И вообще, есть парадный вход. Есть черный вход. Вот многие, кстати, сейчас дома потеряли настоящий парадный вход. Вот он у нас, например, в склад превратился. И мы заходим с черного хода. Токороде, сочино втори ва? Кочира ва? 旅人にパイも知り合ったばかりの友達なの。понятная идея。彼女たちはつい最近スメールシティに来たばかりの旅人なんだけど、クラクサナリレビ様について聞きたいんだって。ну для слуг, для того, что там дрова носили через это. Не через парадный же они, блин, будут этим заниматься. つまりあなたたちはクラクサナリレビ様の異国の崇拝者ってこと？особенно C2。それは素敵だね。この度私たちが用意する家臣探査を絶対お見逃しなく。そうだ、ドニアザード。私たちもうグランドバザールを飾り始めたんだよ。本当にあなたの資金援助のおかげで。今回はすごく盛大なお祭りにできる。そうかしこまらないで。
私にできるのはこれくらいなんだから。そうだ、モラはまだ足りるかしら。でも心配はいらないよ。シアターの舞台はすでにリフォームできたから。ほら、案内するから。悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴が開いてたぜ。階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木の裏からすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね。По идее жить у на деревом больше проблема. とても心配してたんだ。Листья еще ладно, но вот ветки всякие, которые могут упасть. 教練員には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて、その数週間の間に事故が起こるのを恐れて、シアターの演出はみんな中止になったの。シアターからの依頼だからじゃねえか。Так в смысле, в театре зрительские места ниже сцены, ну, внизу. Ну.Да, если так посмотреть, они ниже почти всегда. Да. Кёрэйн の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。彼でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせるばかりか、過信探査も行えなくなっちゃうでしょ。I need food.そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。おかげで私たちは人を雇って木の裏を修理して舞台全体のリニューアルもできたんだ。過信探実には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。うん、あなたが舞台に立つのをすっごく楽しみにしてるわ。あなたは過信探査のためにあれだけ練習してきたんだもの。今度こそ夢を叶えられるわよね。これは私たちの夢だよ。Как громко。あなたの分まで頑張るから。Наша мечта。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは過信の舞を披露するの。これは過信探査で一番重要な出し物なのよ。Dance。ドニアザード、彼女たちに。このお祭りの由来は話した？マハールカデバータ様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まりを教えてあげる。伝説によるとこの日を過信誕日って呼ぶのは過信が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハールッカデバータ様のお誕生日を祝うためご友人が宴を開いたの。宴の途中何柱かの神様が酔っ払って、そのうちの一柱がノリに乗って演奏をし始めた。家臣様が踊ると彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパティサラが咲いた。鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは「ああ時間がこのまま止まればいいのに」とか。うん、神様たちの話をすると魔人戦争のことを思い出してしまうっていうけど、スメールの神様たちにも楽しい時間があったんだ。確かに神様たちはみんないなくなってしまったけど、剣舞をして Я понимаю, это вот пустыня, которая... Ну, которой нету. Ниро, наверное, мы сможем дать вам эту
舞台の周りにもたくさんのパティサラを飾ってるでしょ。Лол, учила горшок на голове. パティサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパティサラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。そうね、マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。Понятно, панда. 伝説の中の家臣様が踊る姿を想像するとなんだか羨ましいよ。もし私の舞台もそんな風になったら、いや、たとえ隅っこに本物のパチサラが2つあっただけだとしても私は満足できるよ。そうだ、旅人とパイモン、ナイボン、あなたたちは家臣探査に興味があるの？だったら参加しない？クラクサナリデル様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここに集まるわ。あの方のことをもっと知りたいならいい機会だと思う。うんうん、ドニアザードの言う通りだぞ。もちろん見たいぞ。でもその2つって矛盾しないだろ？それじゃ一緒に家臣探査に参加しましょうね。Да не все одинаковые, какая разница. Дания Зардо, 今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら、旅人とパイモンはこの近くを見て回ってきたらどうかな。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで、家臣探査のことも楽しみにしてるよ。くそ。それじゃあ、オイラたちはこの辺りを見てくるぜ。ага。Ну, это мы уже потом этим займемся. А пока кунец.